Итак, ваш питомец в своей жизни проходит всего три стадии, да, это щенячий возраст, взрослый уже пес, да, и пожилая собака. Так как щенки растут гораздо быстрее, чем дети, то есть собака уже может питаться простым уже кормом, да, таким уже взрослым, уже в возрасте 4 недель. И также, кстати, можно определить по зубам, да, в возрасте уже где-то 20 дней у щенков уже есть молочные зубы. А у человека зубы появляются и начинаются резаться только к 6 месяцам. Поэтому я использую свою формулу для расчета возраста собаки по человеческим меркам. Кто хочет, послушайте. Чаще всего возраст собаки по человеческим меркам рассчитывают по средней человеческой жизни, это 80 лет, ее делят на среднюю продолжительность жизни собаки, ну примерно это 10-12 лет, и получается цифра где-то около 7 лет. Я же рассчитал совершенно другую формулу, где я взял полный возраст человека, да, 97 лет, и собаке в этом возрасте будет 20 лет. Это такой возраст я взял. И там идет уже вариация, да, где 6 лет, где 7 лет между возрастом человека, возраст собаки. Вот так вот он скачет. Не считая щенка, там еще меньше. Формула из расчета 97 лет к 20 лет собаке будет складываться у нас, если возраст месяца собаки, да, щенка, йоркширского терьера, я хочу обратить на это внимание, он приравнивается к 6 месяцам человеческого детеныша, да. То есть и пошли мы дальше, 2 месяца, уже получается 1 год и 2 месяца, то есть 6 на 6, да, мы берем сейчас по 6 месяцев у нас идет, третий месяц у нас идет уже 2 года, здесь мы добавляем 10 месяцев и после 3 месяцев до года у нас уже идет по году по человеческим меркам, то есть 1 месяц собаки приравнивается к 1 году человеческому, далее. В один год мы перепрыгиваем тоже на год человеческий. И после года собаки она начинает непрерывно взрослеть. То есть с года она идет сразу на 14 лет взрослеет за один год. Представьте себе, собаке один год, она приравнивается к 14 лет ребенка, да, подростка. Собаке 2 года, ей уже как по человеческим меркам как 24 года. Полноценный взрослый человек. То есть собака у нас формируется с 1 года до 2 лет. Здесь мы ее можем обучить и всему далее. И уже с 2 лет до 3 лет мы добавляем всего лишь 6 лет. Для крупных пород добавляем 7 лет. Ну, я сейчас говорю про йоркширского терьера, про маленькие породы. Добавляем 6 лет, это будет 30 лет. 3 года 30 лет. И далее пошло у нас по 6 лет, 4 года 36 лет. И 5 лет немножечко идет торможение, это уже образуется у нас уже человек сформировавшийся, который переходит в следующую стадию. Человек, а также собака. Ей в 5 лет будет 40 лет. Всего лишь мы добавили 4 года. И дальше у нас идет маленькое добавление по человеческим меркам. В 6 лет мы добавляем всего лишь 2 года. И у нас собака получается, грубо говоря, в расцвете сил. Но она уже умная, она уже на все знает и все. То есть собака в 6 лет это, ну как скажем, уже умный, грамотный пес. Уже ему ничему особо не научишь, все привычки и склонности уже сформировались. В 7 лет мы добавляем уже целых 7 лет к человеческому возрасту, то есть 42 плюс 7, это будет 49 лет по человеческим меркам. И дальше у нас увеличивается, берем еще 7 лет, это будет 56 лет, 8 лет. И следующий этап еще 7 лет, то есть собака начинает стареть, то есть 9 лет уже ей 63 года по человеческим меркам. То есть идет от 6 до 9 лет, такой идет быстрый период старения. Очень жаль, но он идет. А вот с 9 до 10 этап старения немножечко так сокращается. Мы всего лишь добавляем 2 годика, то есть, ну грубо говоря, чуть ли не совпадает с человеческими мерками. Ну, только умножить на 2. Всего лишь 2 человеческих года с 9 до 10. То есть собаке, если 63 года в 9 лет, то в 10 лет ей будет 65 лет.
почти она идет старением и взрослением, ну, скажем, взрослением, возрастом взрослого человека. Далее опять немножечко ускоряется. Добавляем целых 6 лет, с 10 до 11, то есть идет уже возраст, ну, скажем, да, все, старение. 65 до 71 человеческого года, с 10 до 11 лет, 6 лет прибавляем. Далее немножечко старение у нас, так это идет плавненько, мы добавляем всего лишь 4 года, с 71 года до 75 лет, это с 11 до 12 собачьих лет. Ну и грубо говоря, дальше пошло в принципе 5 лет, но тут уже смотрите, как ваш питомец, как вы его кормили, как вы к нему обращались, в какой семье он рос, не... психологически и так далее. То есть собаки некоторые уже далее не живут. Даже маленькие породы, даже такие живучие, как йоркширский терьер. Уже приглядывайте за взрослой собакой, так как она уже в 12-13 лет достигает возраста 80 человеческих лет. Это уже, ну, пожилая собака, скажем. Далее добавляем 4 года, это уже 84 человеческих лет. Ну и далее, какие собаки живут далее, у нас пошло уже по 3 года, мы добавляем 87 лет человеческих, когда собаке 15 лет. Ну и смотрите таблицу, я вам показываю, 20 лет, это 97 человеческих лет. Доживет ли ваша собака до такого возраста 20-летнего, это почти... Один век проживает человек, вот настолько собака вот переживает, но она немного опережает, да, человека, как мы рассчитали, но нету здесь в моей формуле такого, как просто добавили 7 лет, как везде, я так в основном читал, пишут, и все, то есть там 1 год это 7 лет, 2 года это уже 14 лет, нет. У меня формула другая, и она совпадает. Мы рассчитывали, я здесь не один рассчитывал, мне дочка помогала. Так что, кто хочет и кому поможет, конечно, моя формула просчитать свой возраст собаки, кто действительно видит в ней плюсы, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. И, кстати, пишите комментарии, может быть, у вас какие-то другие формулы. Также подписывайтесь, у меня дальше будет еще очень интересное видео про собаку, там я расскажу очень классный секрет. Все, всем пока-пока, до встречи.